Далі ефір 7-го каналу продовжує лайв-студія та моя колега Анна Полякова. Вітаю тебе, Олександр. В мене лише єдине питання до тебе. Як ти поставився до тієї новини, що з одеського зоопарку влаштували, власне, такий побіг примати? Чи вважаєш це небезпечним для наших громадян, чи навпаки будуть фотографувати та тішитися? Ну, це весело лише на перший погляд, оскільки ці тварини, вони досить сильні та досить агресивні. І вже є інформація, що двох з трьох тварин вже спіймали. І будемо сподіватися, що обійдеться без постраждалих, оскільки ці тварини дійсно можуть нанести шкоду, зокрема, одеситам. Так, дійсно, сподіваємося, що всі лишаться цілими, неушкодженими. Отож, лайв-студія на 7-му. Для вас працює Анна Полякова. За кілька хвилин мій колега Євген Салтан з гостями будуть говорити про другу спробу власника Delphi підняти танкер. А вже о 19-й ми побачимося знов. До нас на інтерв'ю завітає народний депутат України Артем Дмитрук. Тож готуйте свої телефони і питання до нього. Ну, а зараз про Delphi та не про його евакуацію. Сьогодні плями нафти виявили вже й на піску пляжу, де затонув танкер. Як повідомив начальник Держекоінспекції в Одеській області Віталій Караулов, стався масштабний розлив нафтопродуктів. Його площа становить понад 7 кілометрів. Суму збитків за сьогодні додадуть до зафіксованої раніше. Це 15 тисяч доларів, як відомо було попередньо, виставлять судновласнику. Серед ймовірних причин чергового розливу палива з танкера – це підтоплення загороджувальних бонів. Більше на цю тему ми поговоримо з Юрієм Геращенко, екологом. Юрій, вітаю вас. Здравствуйте. Отож, на вашу думку, давайте все ж таки казати про наслідки, які ми вже маємо. Ось ці плями, вони стають такими собі регулярними, і, на жаль, вони поширюються не лише в межах пляжу «Дельфін», де затонуло судно, так, але й на сусідні. До речі, там продовжуються відпочивати як одесити, так і туристи нашого міста. На вашу думку, наскільки це є критичним саме ось з боку таких збитків, екологічних, та чи доведеться нам потім ще з якимось часом, плином цього часу, розхльобувати, так би мовити, ось цю кашу? Мы не первый раз возвращаемся к этой теме, и буквально на днях в студии обсуждали, и была такая мысль, что это не есть катастрофа еще, на что я сказал, что в каком-то локальном смысле это может являться катастрофой, особенно если неумелые действия приведут к дополнительным разливам, а это очень возможно, потому что и не откачаны нефтепродукты, и целостность корабля не изучена, и не проведены работы по восстановлению этой ценности, там, завариванию там, дырок, которые образовались и так далее, пробоин. Вот, и при этом его шевелят, двигают. То есть здесь не было грамотно, так сказать, разработана вся система вот этой эвакуации, убирать его. И я предупреждал, что так может быть. Видите, так и случилось. И, конечно же, то, что говорит инспекция экологическая, в общем-то, это все верно. И более того, мы не раз видели уже разливы и пленку и так далее. И по пленке считать надо, и по этому разливу. И также я предостерегал, что может достичь и берега, и надо доны, так сказать, смотреть, если соляра, более тяжелая фракция, что там опускается. То есть здесь, конечно, ущерб локальный, это он безусловный, он может быть еще больше, если неправильно сейчас им поступать. Конечно, дай бог, что помог Бог, и чтобы каким-то образом удалось его оттуда убрать с минимальными потерями. Но вообще без потерь, как видим, это не получается. И ущерб экологии, по крайней мере, на уровне пляжа уже нанесен. Но будем смотреть, что будет дальше. Дивіться, можна казати про збитки, так, які вже відбулися і все, вони минули. Але можна казати про ті збитки, які будуть все ж таки впливати тим чи іншим чином на наше узбережжя навіть згодом. На вашу думку, чи є такі ризики, що саме через півроку, через рік, навіть після того, як приберуть цей танкер, дійсно, ми сподіваємося, що з найменшими втратами, тим не менш, ми не будемо стикатися знову ж таки з наслідками? Если говорить о том, что будут выбрасывать новые танкеры,
то, конечно, у нас может нарастать и нарастать эти убытки. Если будем говорить, что этот аккуратно уберут, и говорить о том, что уже развелось, какие оно несет на наследки, оно несет наследки суммарные, вместе с нашими ливневками, вместе с тем, что с полей через наши реки выносится, вместе с теми прямыми загрязнениями акватории и Черного моря, что с судами происходит. То есть, если говорить об этом все совокупно, то мы видим, что у нас происходит цветение водорослей, то есть тут не надо быть академиком, просто прийти на пляж, и уже видно, особенно после ливней и дождей. Это добавляет свою каплю в эту, как говорится, бочку меда, и она, конечно же, этим самым очень вредит. Но, конечно же, через пару лет, что касается нефтепродукта, оно переработается. Но, конечно, в песке он довольно долго сохраняется, и, наступив ногой, может пятка быть, как говорится, и солярой запачкана. Поэтому, возможно, и надо будет и менять и пески на пляжах. То есть это надо, опять-таки, смотреть, какое количество было выброшено. Здесь от количества зависит. А на вашу думку, наскільки ось такою безпечною є власна позиція з огляду на те, що люди продовжують там десь поблизу плавати? Ми знаємо, чимало хто опубліковував навіть відео, як вони підпливають до цього танкеру. Це все зрозуміло. Як бути з тими людьми, які на сусідніх пляжах купаються в морі, тому що там зовсім, можна так сказати, рукою подати до того моменту, де ось ці плями. Там купаються і діти, і дорослі. Чи варто, на вашу думку, було б все ж таки певні застосовувати правила з огляду на це, тому що ніхто не знає, коли б ось цей витік нафти, ніхто начебто й не очікує, хоча зрозуміло, що це може статися в будь-яку годину. Ну, я так скажу. Там не такое количество, чтобы уже думать, что уже людям это навредит. Это может запачкаться, это может поглощать кислород в воде и тем самым усугублять там цветение, загнивание и так далее. Что касается нефтепродуктов, попадания на, как говорится, кожу, бывает для кожных покровов это даже и полезно. Там и дегтем мажут, понимаете. Вот. Здесь все зависит опять-таки от дозы. Вы 100 грамм выпили, и вы в хорошем настроении. Выпили литр, и вас увезли в реанимацию. Понимаете? Конечно, можно довести до такой степени загрязнения, что это уже будет опасно для человека. Сегодня вот так вот, чтобы зайти в воду и из этого заболеть, но это, конечно, нет. Нет, абсолютно нет. Но то, что это наносит вред, покрывая пленкой, через которую не проходит кислород, и ракоотшельник там умер и загнил на донном уровне, или, как я говорю, где-то там, допустим, на песок выброшено, и это уже песок, где он именно локализировался, то есть он уже не может быть, вот, сыпучесть утратил, то есть много-много вот таких вот вещей, и микро там организмы гибнут и так далее. То есть мы говорим о последствиях экологических, да, они, конечно же, есть. Мы говорим о вреде непосредственно для человека, зашел в море и выпачкался, но отмоется, ничего страшного. То есть он не является токсичным на сегодняшний момент, но опять от количества зависит. Таке питання, можливо, дійсно, ви це вже неодноразово обговорювали. Тим не менш, на вашу думку, чому саме не відкачають сперва ось цю нафту, ось це паливо з танкера, а потім не намагаються його підняти? Тому що зрозуміло, що він стане легшим. Так, можливо, я не хочу вдаватися і собі присвоїти медаль експерта, тим не менш, це така обивательська, так би мовити, думка. Він стане легшим, і, відповідно, підняти його стане легше. І запаювати ось деякі пробоїни. Тобто, певні такі моменти, вони викликають питання у пересічних громадян, ну, в даному випадку я пересічний громадян, і я не розумію, чому цього не відбувається. На вашу думку, чим це можна пояснити? Ну, дело в том, что и мы этого не разумеем. Дело в том, что мы уже обсуждали это в студии. Если вы уже допустили выброс его на берег, раз так случилось, что нельзя было допускать, раз вы его уже сразу не включили все спасательные службы, чтобы поднять на киль и куда-то отбуксировать, то уже тогда будьте любезны обследовать его и с помощью водолазов, и с помощью специальных специалистов, как говорится, для того, чтобы понимать точно, где какие пробоины, и какие отсеки, чем заполнены. Откачайте его воду, если пробоины, и заделайте дырки для того, чтобы не шла коррозия и вымывание нефтепродукта изнутри. Пожалуйста, откачайте нефтепродукты, если они такие остались. Вот, для того, чтобы он был пустой, не только легче, а чтобы он был более безопасный. В то же время нельзя начать
начинать его, как говорится, куда-то транспортировать, если вы не понимаете, насколько он затоплен и что из него выливается. То есть надо было локализовать все эти опасные, так сказать, моменты, и тогда исходить из этого. Конечно, боны должны быть такие расположены, и чтобы они пропускали, но дело в том, что если они просто вот поставили, и потом, невзирая ни на волну, ни на что, оно стоит месяцами, то, конечно, никакие боны это не удержат, потому что это обставляется для того, чтобы задержать на какой-то момент небольшой и в это время провести те или иные работы. А здесь же все было сделано, как говорится, наоборот. Не было обследования, не было никаких мер по консервации, не было, мне кажется, и плана его там эвакуации, или как сказать. Вот. И оно в проб и ошибок путем делается. Но в основном ошибок. Вот. Посмотрим, я говорю, здесь только если Бог поможет, то как-то это удастся. Я не вижу ни просчетов, ни работы специалистов, ни даже ответов на эти вопросы, которые вы задали. Действительно, а почему не откачали? То есть даже никто ответить не может, сколько его там осталось. Я уже не говорю о промытии всех этих танков и так далее. Ну, в нас риторичних питань, на жаль, всі зараз спостерігають за тією операцією, яка ось тут буквально за рогом відбувається. Ми сподіваємося, що вдасться все ж таки якось зрушити її хоча б з місця. Дякую за те, що були з нами. Юрій Геращенко, еколог. Я знаю, що у сусідній студії вже готовий приймати слово мій колега Євген Салтан. Я краєм вуха чула, що він так посміхнувся з фрази, що, власне, так би мовити, 100 грамів нафти нам не буде зайвою. Євген, як ти вважаєш, дійсно, чи є певна шкода з того, що відбувається на узбережжі? Знаю, що ти полюбляєш ходити там на пляж. Чи немає в тебе певних побоювань? А ти кажеш про шкоду екології чи людям? Я тут трошки об'єднала і тебе до екології цієї також додала. Ага. Ну, звичайно, шкода екології є щодо того, чи небезпечно купатися. Ось бачиш, я дійсно посміхався, слухаючи пана Геращенка. Він сказав, що ніякої шкоди для людини не буде, якщо вона купатиметься біля танкера Delphi. Я вже місяць кожні вихідні ходжу на пляж Дельфін, купаюся і начебто все нормально, почуваю себе чудово. А стосовно, знаєш, інтерв'ю з Геращенко, ну, кожну цитату там можна розбирати, всі ці слова на цитати. Прекрасно, прекрасні слова були сказані, і, знаєш, ось він навіть вже каже про те, що, можливо, треба до Господа звертатися, аби він допоміг вирішити всю проблему з танкером Delphi.